Всем привет, парни, с вами сегодня Винни, и сегодня мы снова на сайте KS Case, наш любимый сайт, на котором мы выбираем очень много годного дропа, и он очень хорошо выдает. На балансе у нас 12 068 рублей, сейчас попробуем что-нибудь новое выбить сегодня, подкройте, может что-нибудь вывести интересненькое. Так, давайте начнем сначала что? С популярных кейсов. Я думаю, давайте Человек-паука откроем. Давайте сразу штучек 5. Посмотрим, что отсюда может нам повыпадать сегодня. Открываем. Смотрим. Так, ну в принципе. Первое так себе пошло, конечно. Но 395 рублей мы получаем. В минус немножко ушли. Пока продаем все это. Идем дальше. Давайте попробуем открыть кейсы, посвященные другим сайтам. Типа Force Drop, тоже 5 штучек откроем. Тратим 750 рублей. Смотрим, что она может выпасть. Ой, эмочка, пустошитель выпадает, которая, в принципе, может окупить и окупает. Отлично, продаем. Плюс 1600 на баланс. Итого мы уходим уже в плюс. И баланс у нас 13 тысяч рублей. Так, давай попробуем наши сборки. Открывать, что тут есть. Полигончик. Это с агентами. Давайте попробуем пару агентов. 3 штучек 5. Так, 1500 рублей. Посмотрим. Может что-то окупит нас. Может упадут какие-то достойные. Агентики. Ой-ой-ой. А, багровое цветение выпало за 2000. Продаю. Неплохо, кейсик себя купил. 2600 на баланс. И тем временем баланс уже 14 тысяч рублей. Так. Давайте попробуем что-нибудь еще открыть сочненькое. Что-то по типу... Кейс училочки. Давайте попробуем. 5 штучек также. Открываем кейсик. Ой, неоновый гонщик. А, нет, полетает. Но выпало неплохо на 2800. В принципе, сегодня свой сайтик очень хорошо выдает. Мы снова в плюсе. На 1500 уже 15 тысяч баланс. Что, давайте попробуем открыть что-нибудь приличненькое. Посмотрим, что нам может вообще выпасть. Давайте попробуем нафармить на контракты. Предлагаю. Давайте кейс Трампа. 5 штучек откроем. И еще какой-нибудь откроем на 5 штук и попробуем сделать контракт. Ой-ой-ой, очень хорошо выпало, по-моему. Да, на 1500 оставляем. Также, парни, напоминаю, что при пополнении вводим. Вводим мой промокод. Винни. Который дает 50% к депозиту. Плюс, переходя по моей ссылочке, вы получаете плюс еще 5%. Итого получается 55%. Так что не забываем. Так, давайте попробуем. А, так, мы еще хотели еще 5 открыть, чтобы засвоить контрактик. Давайте Мстители. 5 штучек открываем. Ну, не так хорошо выпало, но в принципе тоже хорошо окупилось. Итого мы имеем
очень хороший, жирный контрактик. Контрактик на 3000 рублей. Может выпасть от 700 до 11 тысяч. Сдаем контракт. Она попадает на клейк Астралис. Давайте попробуем ее заапгрейдить. На что-нибудь сочное. Ну, давайте. Попробуем М-ку. Так, пробуем апгрейдить М-ку. К сожалению, нам не повезло. Но ничего страшного. Так, что, парни? Я думаю, давайте еще что-нибудь откроем для контракта. Интересное. Тут какой-то сочный кейс. По типу... Лема. Давайте откроем 10 лемов. Ну, прям жирный. 6500 стоит открытие. И попробуем из этого всего сделать потом контракт. Ну или если что-то другое выпадет, оставим на апгрейд. Ой-о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 й. Он выпал очень хорошо, на 6 тысяч. Ну, давайте тогда из всего этого сделаем контракт. Попробуем. Так. Создаем контракт. 5300. Контракт. Выпадает дигл, ржавый кобальт. Пробуем его, давайте, заапгрейдить, я думаю. Давайте на АВП Азимов. Мы имеем 45%. Давайте апгрейдить. И снова нам чуть-чуть не повезло в апгрейдах, к сожалению. Но ничего страшного. Сегодня про него будет на сайте GS Case. Ссылочка на него будет в описании. Переходите, играйте. Всем спасибо за ролик. Всем спасибо. Всем пока.